У ефіру програма «Новини регіону» у студії Олена Мілішенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Справдня сенсація – археологічні розкопки у Славгородському районі. Традиційне свято Бразгун відзначають на Черкащині конкурсом ансамблів фольклорної і народної пісні. Ха-ха-ха! У Могилевській виставочній залі відкрилася одноіменна вистава карикатур журналіста Євгена Булави. У Могилевской области больше за 700 человек працевладкованы в студентских отрядах, а их денежей амаль 60. Распочался другий семестр летней працы. Объекты, где задейничана молодь, самые разные. Наибольш масштабные работы разгортываются на будовництве Белорусской АЭС и на мелиорации в Республике Коми России. Туды, до речи, накировались студенты Белорусской державной сельхозакадемии из Горок. У Могилеве самые буйные объекты, которые селета примают молодежные отряды, будовля корпуса онкодиспансера, сервисного центра по улице Симона и бизнес-центра, что на месте былого дома быту. Владислав Маршин летось працював на ремонте моста праз Днепр у Могилеве. Зараз вось будовництво бизнес-центру. И хоть сам не могилевчанин, але лічить за гонор працевать на таких объектах. В любом случае уже будет что рассказать другим людям, что, например, ты здесь был, здесь ты кирпич свой положил. Не первый раз у студотраде и Максим Лысковский. Кажа, что еще пару год тому сябры подказали, что у организации БРСМ да помогут уладковаться у будотрад. И Максим записался на летнюю працу. И признается, что ни разу не пошкодовал. Работа разная. От сортировки арматуры до уборки этажей от строительного мусора. Ну, каждый день новая работа. Работы хватает достаточно. А сколько часов вы работаете? Как обычно, как и все, с 8 до 5. Як отзначил комиссар областного штаба студотрада Сергей Чичоу, главное, что у вынику все остаются задоволенными. У нас никогда не было плохих отзывов от принимающих организаций. В принципе, все довольны. И ребята довольны также. Как бы получить условия, да, хорошие, и получить какой-то опыт. И зарплата, в принципе, устраивает всех ребят. У студентских отрядах готовы пропоновать працу не только хлопцам, знайдут заняток и для девчат. Кухонные рабочие, официанты, уборщики, далее это педагогические виды работ. Все лагеря по Могилевской области трудоустраивают ребят из МГУ Кулешова. И производственные также есть, и медицинские тоже у нас есть в этом году отряды. И экологические в лесхозах. Сезон будотраду починается у мая и завершается традиционно у кастрычнику. За этот час планируется организовать амаль 400 будовничих отрядов. Наперед еще самый горячий час працы у сельгазорганизациях. Павел Савицкий, Елена Мельщенкова, Александр Тарасов. Новини региона. Питание социально-культурной сферы, идеологичной работы, эдукация, так само про ахову здоровья, спорт и туризм можно будет задать у субботу 15 липеня. У этот день традиционную прямую телефонную линию проведет наместник старшини облаканкама Андрей Кунцевич. Телефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру у Могилеве 50-18-69. Так само по час телефонной линии можно выказать за уваги по оздоровлению, санаторно-курортном лечении, социальной обороне и охове працы. У той же час прямые телефонные линии пройдут во всех городских и районных выконавчих комитетах в области. Например, у Могилевским гарвыконкаме телефонование примет наместник старшини Алла Галушка. Телефонуйте по номеру 42-21-02. А у Бобруйским гарвыконкаме на пытание от скажет наместник старшини Игорь Кисель. Телефон для связи у Бобруйску 76-21-41. Археологическая сенсация. У Славгородском районе под час раскопок нашли останки дружинника Киевской Руси 10-го стагодия. Знаходка вельми каштовная для историков. Она позволяет подтвердить информацию про битву 984 года на территории теперешней Славгородщины. Досконалые известки, про якую не были адлюстрованы у летописах. Пошли. Вот. Все.
Можно шпателями 2 сантиметра, 2,5 и 2 сантиметра. Эта находка позволяет высветлить, где докладно отбылась битва войска князя Уладимира с племенами Радимичев. Ранее у историков были только мизерные звездки из Ипатьевской и Лаурентьевской летописов. У них значилось, что у 984 годе киевские дружины, якими командовал у воевода Волчий Хвост, после перемоги каля Раки Пешчаны подпорткавали себе коренное насельництво. А кроме фрагментов человечьих костей, у кургане знойдены так само сребная монета, арабские дихрем и элементы пояса киевского дружинника. Поясная накладочка – это вот то, что, чем заканчивался пояс. Вот крепление, и вот так вот шел пояс, и вот так вот красиво он заканчивался вот, из бронзы. Усе речи, датаваные 10-м стагоддем, робить выснову пошуковики. Дружинник похваны еще по язычницким обраде, але гэта уже был час объединения усходнеславянских племенов у одиную христианскую державу. То, что в летописи не отражено, то вот эти вот мельчайшие находочки, они помогают нам провести вот эту вот реконструкцию. А именно, битва эта произошла здесь, на Славгородщине, и здесь те, кто пал в этой битве, они здесь и похоронены. До речи, про место битвы ранее было 3 версии, зараз все высветлилось. Еще больше было б информации, кажут историки, коли б тут ранее не поорудовали аматоры антикварной наживы. Ну, вот мы, когда приехали на этот курганный могильник, то оказалось, что здесь нема ни водного, ни пошкодженного кургана. Все в той или иной ступени пошкоджены черными копальниками. А это означает, что когда мы нечто нашли в нем, то информация не полная. Экспедиция только началась. Археологи уверены, что у этой земли еще шмат подтверждений у их версии. Усе находки передадут у музей, а на этом месте, махчима, з'явится памятный знак. Олеся Рыбалка, новини региона. У Черкасском районе проходит региональный конкурс ансамбля фольклорной и народной песни «З веку в век». Ладится песенное свято 4-м разом. И сёлета на его приехали 8 коллективов Чаусского, Славгородского, Могилевского районов и из городского поселка Карма, что на Гомельщине. На выступление собрались несколько сотен человек. Нагадаем, что проходит конкурс у пригожим месцы поблизу вёски Нарки на вядомой черковской крыницы Бразгун. Сама крыница названа от того, что у старые часины она моцно бразгатела. У наши дни обрад ушанования воды Бразгун уключены у державный спис нематериальной историко-культурной спадчины Республики Беларусь. Свято традиционно отбывается на другий день после православного свята у гонор святых апостолов Петра и Павла. Могилевская городская капелла за аншлагом закрыла сезон. Под керавництвом вядомага дирижера, хирарда эстрады, оркестр и хор капеллы подарили аматорам классичной музыки зусім новую программу – музыку сусветно вядомых кинофильмов. Любый репертуар, який пропоновує хирарда эстрада, запотребований публикой, цікавий для музыкантов, кажуть артисты Могилевской капеллы. У зали городского центра культуры, отпочинку и вольного часу не хапало навод додатковых местцев. Любой приезд Херарда – это праздник и для горожан, которым он предлагает свои интересные и очень серьезные программы классической музыки, симфонической музыки, а также и латиноамериканской музыки. А также большой праздник для артистов. Всегда интересно работать над новыми произведениями и с хорошим, скажем так, дирижером. Он вносит свое видение, свое ощущение, передает все это оркестру. Вы увидите, как оркестр тянется за ним. Тут шикарная атмосфера просто. А у Могилевской выставочной зале открылась выстава карикатур Евгена Булавы, журналиста, наместника головного редактора газеты «Могилевские ведомости». Темы практически вечные, от дочинения с начальниками до звычайных бытовых проблем. Але все это за отметным авторским позерком. Реальная творчая спадщина Евгена Булавы – 1000 аркушов паперы. А на выставе только частка. Это карикатура, намалеванная у апошние 15 годов. Сам Евген Булава под час открытия выставы наладил целый перформанс с героями своих карикатур, танцами и признанием у любви до своих затекавленных и гуморных глядачов. В любом событии, в любом явлении вы можете увидеть плохое, вы можете увидеть хорошее. Я предлагаю, смотрите и замечайте хорошее. Усе самые цікавые новины Могилёвшины вы так само можете поглядеть на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюсь, доброго вам настрою и до встречи.